Привет, мои дорогие друзья, доброго утра, доброго вам дня. У нас сегодня, я не помню какой, мне кажется, третий день в Греции. Первые два дня мы приходили в себя, понимали, что нам делать, посмотрели, что вокруг происходит. Вот, так что сейчас могу все нормально рассказать. Итак, первые, получается, почти две недели мы будем жить в этом апарт-отеле. Он находится... Мы сейчас в Афинах. В Афинах мы потому, что, несмотря на то, что сейчас здесь не сезон, и все отсюда уехали, но наши друзья, вы помните Валерия и Дмитрий, с которыми у меня много видео про Рождество и так далее и тому подобное, они живут здесь половину года, и мы решили провести время вместе. Вот, небольшой такой отпуск. Отель, в принципе, неплохой. Единственное, что я думала, например, когда маленькие были, да, то есть какой-то отель вместе, на пляже обязательно, где есть выход сразу же на морешко, где есть бассейн, где ты просто выходишь, у тебя улочка, куча всяких торговцев, полотенца, продают сумки огромные, продают какие-то товары, какие-то браслетики, музыка, рестораны, повсюду. То есть я ждала чего-то такого. Но в итоге у нас, несмотря на то, что море у нас буквально через 50 метров от отеля, то есть тут буквально перейти и все, но таких вот улиц со всеми гуляющими, праздно шатающими туристами нету. Но ничего страшного. Отель очень милый, да? То, что мы со своим табором, конечно же, нужно, чтобы была большая комната. В этом отеле у нас большая комната, и она где-то 60 квадратных метров. То есть она у нас вот эта вот гостиная. А уже маленькая кухня есть, где можно готовить, что очень удобно, потому что для ребенка нам нужно готовить овощи. И потом есть спальня, где мы все спим. Для Амелии поставили отдельную кроватку, ванная, коридор, то есть все, кондиционеры, три балкона. И сейчас вам покажу, что еще в отеле есть завтраки очень здоровские. Я, по-моему, снимала в один из предыдущих дней, так что сейчас вам покажу небольшие зарисовочки. Итак, у нас будет... У нас будет здесь завтрак. Хорошо, что есть бассейн. Для меня бассейн очень важно. Мы еще ничего не видели, мы вчера вечером приехали. So you think it's will be here? You have to try this, it's real watermelon. I thought you will put on the bread. Baby, why are you not eating nothing? Такой у нас завтрак, да, что хотел сказать про завтрак. Нужно заказывать заранее или за полчаса. Или накануне вечером. То есть я заказала совсем чуть-чуть паре яиц, сыр, фрукты и хлеб. And jam, they're saying that it's like homemade jam. So я говорю, что здорово, когда так заказываешь заранее, и отель не расходует еду просто так, когда они накатывают на 100 человек, а потом это все выбрасывают. Больничина. Нет? Угу, тут и больно. You try this cheese, this is amazing. Вот один балкончик, вот там вот прям сразу же море у нас. Через дорогу, это двухполосная дорога. Вот еще, мы ездим на пляж, на специальный, приватный. А? Так, собаки. Здесь я монтирую. Муж тоже работает. Маленькая кухонька у нас. Для Амели всего. Мы, кстати, даже взяли с собой вот эту вот бандуру, чтобы сделать на пару ей овощи и заодно блендер, да. Но у нас не подходит розетка и нету переходника, поэтому мы решили сегодня вот так вот делать. Есть сварить овощи, картошка, морковка и кабачок. Утром она, кстати, с нами ест греческий йогурт с фруктами на завтраке. Вот вся ее еда тоже. Короче, вся кухня только для Амелии. В принципе, очень удобно, да, Арсельта? Видите, большая очень квартира. Ванна, туалет. Здесь, кстати, очень много мне нравится. Их всякие, господи, кондиционеры, шампуни, молочко для тела. Сегодня пойдем. Первый раз я уже билась головой, ударилась от слез. Пойдем к бассейну. Бассейн вот такой вот. Сейчас не маленький. Мы, кстати, здесь завтракаем. Бар работает, можно заказать покушать.
Вот, сейчас будем туда спускаться, и там немножко проведем время. Здесь тоже балкон, то есть у нас три огромных балкона. За номер мы отдали 200 евро в сутки мы отдаем. Вроде как, или может там чуть-чуть подольше, побольше. Завтрак включен. Так, что еще? Есть спортивный зал, есть ресторан, бар, что тут еще есть? Да все, что вам еще нужно для счастья, правильно? Я тут пока обедаю с фруктами. Короче, ребят, что еще хотел сказать? Конечно же, мне не просто сейчас снимать, когда у меня две собаки, один ребенок, муж, еще камеру куда-то, это все. Поэтому предыдущие влоги были снято очень на скорую руку. Сейчас я знаю, что у меня просто пипец со звуком, и что мне нужно что-то с этим делать. Я думаю, я сейчас просто куплю наушники беспроводные. Они у меня уже были, но, конечно же, они у меня уже потерялись. Поэтому напишите, пожалуйста, какая хорошая марка беспроводных наушников, чтобы они были недорогие, потому что я их точно потеряю. У меня были AirPods. Так, ну что, пришли. Вон мои, пошли купаться. Они ходил на курсы по плаванию с малышкой два раза. Мы тут разложили нашу палатку, наше все. Сейчас закажем какой-нибудь коктейльчик. Они сходил с малышкой на курсы по плаванию два раза. Это у нас было как подарок от роддома. И первый раз так интересно было, потому что когда он ходил, были только папы. Я когда его отправляла, я не хотела сама идти, потому что думала по-итальянски, там я не пойму какие-то тонкости, а нужно все быстро, ребенок маленький, когда плавает. Вот, и первый раз он, значит, пошел, и там были только бабочки вообще. И так приятно было, потому что все-таки папы занимаются детьми с удовольствием, с такими маленькими ходят. Так вот, я что вам не успела рассказать. Здесь мы будем в этом отеле, получается, две недели. К нам еще завтра приезжает друг очень близкий, который живет в основном в Чили, у него там винодельня. А сюда они приезжают, он приезжает только на лето. Так вот, он к нам сюда тоже приедет, снял номер по соседству на 5 дней. А потом, когда мы едем в Кефалонию еще на 2 недели, мы сняли офигительную виллу с бассейном, просто такую сказочную. И там вроде как остров такой более-менее, где нет людей, то есть можно расслабиться, и собачки могут поплавать. Мы, кстати, для них тоже взяли специальные спасательные костюмы, потому что орса шерсть очень тяжелая и опасна будет. То есть они будут выходить, гулять, потому что сейчас они постоянно только в номере сидят. Во-первых, очень жарко, во-вторых, на море их не потащишь, и в бассейн тоже. Вот, и там к нам приедут Яна и Никола. Тоже вообще очень здорово, очень рады. На недельку, а потом недельку мы еще одни придем. В общем, такое огромное-огромное вакейшн. И посмотрим, как все пройдет. Я думаю, все хорошо будет. В общем, рассказываю. Время уже почти 5 часов. Амели у нас заснула. Я просто бегала и памперс сменить. А, знаете, что сделал мой любимый муж? Он услышал, что я с вами записывала видео про наушники. Он говорит, что там с наушниками? Я говорю, ну вот, не слышно мне ничего по видео. Вот, и он собрался, поехал и купил мне наушники. У нас как раз годовщина свадьбы завтра. Поэтому он не знал, что мне дарить, и тут вот так вот все совпало. Вот, сейчас привезет.
мой сладкий. И вот мой сладкий, любимый. Сейчас мы едем на морюшко, море, море, море. И собачку оставили пока в квартире только с Амель. Показываю, где мы. Я, как всегда, всем недовольна, потому что мне мало места и всего-всего. Смотрите, у нас коляска. Круг плавательный специальный. Это мы уже заказали аперитива. Мы взяли с собой качалку для ребенка. Она качается. Мы взяли для нее палатку. У нас куча сумок. Вот, а сами мы сразу же на первой линии от моря. Морюшко прекрасно. А здесь, это Валерий и Дмитрий всегда сюда приезжают. Они здесь каждое лето, ну, то есть они живут здесь, у них дом, а загорать они сюда чаще всего приезжают. Вот мы их сейчас ждем. Здесь очень много народа. Все такие черные. Мы не загоравшие. Вот эти вот штуки клевые, вообще офигенные для купания. Смотрите, у нас для ребенка есть все, мне кажется. Vediamo domani. Sì, brava. Dove? Ah, ok. Ok, vai a lavarli lì di dietro. I can ask because people washing here. Итак, что мне здесь очень нравится, это то, что можно... Нет, я кайфую, потому что мне нужно очень много времени, чтобы быть голодной. Вот, сейчас мы первый обед с семьей, со всеми, сейчас вам покажу. Красота, смотрите, сразу же с морем. Как вы помните? Блин, салат идут реально на пятерых. Вот этот салат стоит 10 евро, я себе уже целую тарелку салата могла сожить. Мне взял креветки. The way the music is going, you don't want to bring the message. Yeah, you're right. Так, мы сейчас едем на ужин, это наш второй день. Вчера мы приехали поздно вечером сюда, в Грецию. Получается, наш первый полноценный день, и ужин мы едем поужинать к Валерию и Дмитрию. Просто на домашний ужин, ведь с малышкой не берем наших собачулей. Straight. Сегодня у нас будет вегетарианский ужин, не знаю, получится поснимать, не получится. Если честно, мы подустали на солнце. Более первый отдых, и тем более с ребенком, которому 8 месяцев только. Вот, мне интересно, будет полегче, когда она начнет ходить, или еще хуже будет. Но мне кажется, она хотя бы смогла, если бы она могла ходить уже, она бы пошла на кромку моря и сидела бы там, что-нибудь играла, сидела, пила. Замки какие-то правильно строила. Сейчас ей тоже тяжело ребенскому, что она сидит и все. Если хочется ей куда-то пойти, нужно ждать, пока ее отнесут. Бедная зайка. У нас, конечно же, греческий салат, еще салат просто с зеленью и авокадо, потрясающий соус с медом, бальзамика. А там будет еще Соком, чтобы он плавал прям. А я не могла все понять, мне как-то неприятно.
шоколадочка. О, наш любимый шоколад. На сегодня день немножко пошел наперекосяк, потому что не очень хорошо себя чувствует, что-то у него с желудком, может быть от непривычной еды, может быть от непривычной воды, вот. И сегодня он еще, мы были на море, и он утопил телефон в морской воде. Конечно же, телефон не работает, мы сейчас быстренько смотались, он купил какой-то там другой. И не знаю, как себя будет чувствовать, никуда сегодня не пошли, сидим дома, сидим в отеле с собаками, с Эмили и ждем, пока нам принесут рум-сервис. Я заказала себе, кстати, очень офигенный салат, который типично греческий, и там, значит, входит в состав такой хлеб, безумно вкусный. Он твердый, прям не разгрызть, если вот так есть внутри, мягкий. И вот этот салат они делают с хлебом. Я не профессионал, я говорю свое, да, как вижу. С этим хлебом специальным, с сыром, с томатами и еще там с чем-то. И вот хлеб, он немного размокает. Ой, принесли сейчас, кажется. Часов вечера. Так, вот этот вот салат, смотрите, этот офигенный бред, хлеб. И я от него в восторге. Девочки, у меня есть подписчицы, которые живут в Греции. Расскажите мне подробнее об этом хлебе, об этом салате. Так, а для Ине курочка с картошкой. Ине, it's potato chipsy. Do you want it in the bed? You want your dinner in bed? Okay. Do you want something else? Some water? Okay. Ну что, подарок на годовщину. Причем я его попросила какие-нибудь купить недорогие. Нет, он выбрал самые-самые последние. И я, конечно, безумно счастлива. Делаем распаковочку. Мы тут с Эмили пока кушаем. Я сказала любимому, чтобы он пошел поплавать, хоть отдохнул. Смотрите, какие зайки. О, вау. Так. Все очень красиво запечатано. Вау, вау, вау. Так, все, теперь не до... Офигеть, они уже работают. Они уже работают. Я... Офигеть, я не слышу ничего, я не слышу никакого шума вокруг, вообще никакого. Такое ощущение, что я под водой сейчас нахожусь. Вот реально ощущение, что я нахожусь под водой и слышу, как свой голос из-под воды. У меня были AirPods, но они были вторые, по-моему. Это что-то невероятное, я в шоке, я реально в шоке. Офигеть, так, что здесь еще зарядка? Интересно, зарядка как на... А, отлично, зарядка как раз для ноутбука. Вообще. Вот, у нас 2 года с нашей свадьбы. И муж мне вот такой вот подарок сделал. У меня для него подарок попроще. Но я все равно стараюсь всегда подарки покупать на свои какие-то маленькие сбережения, но не чтобы на его, знаете, когда у меня карточки наши семейные, не с этих карточек. Так вот, я для него купила такой больше подарок, как для семьи, для развлечения. Это книга, и в этой книге все для пар, что вы можете сделать вместе. То есть там очень-очень много страниц, и вы какую-нибудь одну открываете, как в лотерейке, и там написано, допустим, я не знаю, наберите краски и сделайте руками какой-нибудь рисунок, чтобы повесить себе на стену. Потом задание там. И там задание там от $5, там, я не знаю, до $40 какое-то. Ты выбираешь за $40. Сходите в такой-то ресторан и закажите то-то. То есть все задания для пар. И я случайно наткнулась на это в интернете. Там все, это английская версия, это английская книжка. Кому будет интересно, я чуть-чуть подробнее, когда я ему подарю, потому что она вся запечатанная, я вам расскажу, покажу. Вот, это не реклама, я нашла сама и купила сама. И там еще есть места для фотографий. И в эти фотографии там вообще есть второй набор, когда эта книга идет, плюс еще камера, знаете, такая как Polaroid. И ты делаешь фото, что ты сделала это задание, и прикрепляешь его. То есть, ну, интересно просто время вместе провести. Вот, мне он вышел, конечно же, не так дорого.
Вот, ребенок. Что, ребенок? Хлебушек кушает, вся изнадюкалась. Вот, ребятки. На сегодня, я думаю, влог у нас закончен. Мы с вами увидимся совсем-совсем скоро, я думаю, завтра, максимум послезавтра, потому что, как видите, я выпускаю ежедневные влоги у нас сейчас на отдыхе, стараюсь, несмотря на то, что и с собаками, и с мужем. Вот, я прошу прощения, что я сейчас, я просто реально только из душа, и вон с ребенком сижу, кормлю ее. Я вас обнимаю, я вам желаю прекраснейшего дня, и пока-пока. Да, и не забудьте, пожалуйста, поставить лайк для Энеа, потому что это он специально на нашу годовщину сделал подарок, чтобы вы хорошо слышали во влогах. Все ради этого сделалось, чтобы теперь я буду, когда записывать видео, меня будет хорошо слышно. Так что, пожалуйста, не забудьте пальчик вверх и целую вас.